После удачного похода на дроп, кому интересно, ссылка на ролик будет в описании, Скраб охватил на третий верстак и изучение бобовки. Настало время рейда. Лестницы нет? Или посадишь меня? Я сейчас, короче, бахаю вот эту крышу, а потом в хату борюсь. Подсади меня вот сюда вот, быстрее. Так, а там черево, ой, каменные же двери, обе. Думаешь? Ну давай, отойди. Ну вон, вот. Отойди, отойди, отойди. Отойди отсюда. Я отошел уже. Чекай по сторонам. Палка. Не хватает дальше. Печки. Печь. А, о, все открыто, да. Забираем железо сколько. Печку лутаю. Иди, выйди, я взлутаю, сколько не полезет. Чекай. Броньку все забираем. Так. Че не могу его залутать? Тут ящиков до хера. Блять, надо как-то это. Ну-ка, если отстрелять. Может быть, отстреляем? Подожди, я сейчас у них верстак, порох ставлю на крафт. Может, ящик вот тут? Чекаю. О, вот в этот ящик загляни. В какой? Верхний? Присядь, я не могу. Да. Во! Давай, лутай, вот это все забирай. Я чекаю по сторонам. Я же говорю, просто надо всех выносить. Все нахер. Блин, она не лутает, забраться. Так я сейчас тебя подсажу, давай. Вот ту залупу тоже надо бахнуть. Надо еще две бобовки еще снести. Вот, на меня встань. Встань просто на меня, чувак. Лутается? Все, давай. Да, вот, да. Давай. Тут начальный верстак. Экспа! Серьезно? Две бобовки. Да, экспа, две бобовки на шкаф бобовки. Закидывай. На шкаф нас закидывай быстрее. Да блин, опять не лутается. Сейчас, подсажу тебя. Давай. Экспы. Давай. Давай, чувак, на меня. Две бобовки. Ходи. Давай, на шкаф. Шкаф крафчу. Чё? Чё, в шкафу? Забираем. Блин, у меня откуда-то место появилось. Так, а я говорю, сейчас вначале все жестко фармят. Бля, нету этих лесенок. Деревянная херня. Может, по дверям чисто? Попробуем по дверям? Да. Давай вышку сначала сделаем. А, сделай, да, вышку. Если чисто дерево, вообще не интересует. Именно то, что камень, это значит, они, соответственно, это хата. И не просто так грейдит. А вот эти вот 2 на 2, это чисто квестовая херня. Че там? Ага. Железо? Железо там. Уже? Серьезно? Да. Вот говнюки. Быстро, блин. Что все подряд. А у них все фиговичи. Во! Внутри камень. Так, давай я снаружи чекаю. Давай.
Бункер. Как наш, да? Шипов нет. Вроде бы. 700 скрапа. МВК. Компоненты. Забирай. Все забирай. Надо шкаф бахнуть, что ли, заремовать. Может быть, бахнем, заремовываем? Че там? 2000 этот. 2000 железо. Еще плюс компоненты, печка. Чувак идет в нашу сторону. С хаты. Остановился. Че ты остановился? Не, давайте по хаты. Давай. Ладно, шкаф не будем бахать, мне кажется, это уже все. Ну, здесь три спалки, понял? Пошли, надо занести, засейвить. Пошли, чувак. Далее мы вернулись к клановой кибитке, у которой была железная крыша, и все же решили проверить и не ошиблись. Мой тиммейт услышал за каменной стенкой печки. Так, чекай здесь, как стоишь. Я сейчас через стеночку поставлю на крафт. Так, верстак вон он вроде. А какой верстак у них? Алло. Третий. Фу, блин, а то я что-то не подумал заранее. Да, все, 6 ставлю. Да, тут... Подожди, а сколько я закинул? 4 я закинул, как раз, да. Подожди, да. Иди возле входа будет. Вот он стоит, вот тут вот. Так я что-то не понимаю, у них 2 на 2 застроено, а вот здесь вот, как ты говоришь, лут, как, в смысле? Ну вот чекни, там какие-то. Что-то есть, да. Чувак, сейчас сразу бахаем, сразу туда стрелять нужно будет. Он даже не понял, что мы бахали, понял? Все, выходи. Сейчас отсюда сразу туда стрелять будем. Да. О! Да. Печки. Лут, чекай. Железо, чекай, сколько? Быстрее! Вот здесь там железо, жесть просто. Каменя, сколько, чекай. Ай, еба. Да я что говорю, чувак, ты чекай, сколько там железа. Все, лута, я дверь открыл. Забирай, я дверь контролю. Если он откроет, то он лохом будет, потому что мы забежим и сломаем шкаф. А чем ты сломаешь? Мне надо забегать, надо засейвить. Печки так. Там работают, чувак, не дай ему застроить, здесь печки, алло. Короче, стой здесь, чтобы он не застроил, Рената, если вдруг... Рената, столкнулся. Здесь я печки лутаю. Здесь очень много, чувак, в печках. Я фуловый. Очень много серы, чувак. Да, я контролю обувь. Сейчас я скину дерево. Заберу этот. Не дай застроиться, чувак, главное. Очень много серы, пацан. Очень, пиздец просто. Не дай мне меня застроить. Они не застроят, потому что я тебе иду. Да. Просто. Закрылся? Не, вот они тут бегают. Все, уходим, чувак. Это окоп, мега-окоп просто. Пошли. Ты не представляешь, две строчки железа, серы сколько. Ты не представляешь, это жесть, сколько МВК. МВК, короче, 250. Это просто жесть, мы обокрали клан вдвоем. 35 тысяч камня, 3 камня. Это жесть, бля, я вообще ору просто. 10 тысяч железа у меня. Все печки обокрали просто, но ты вообще, конечно, нычку нашел. Ору, блин. Бежим, чувак. Он потом просто... Во, как раз. Ну вот сейчас как раз должна, в принципе, выйти.
еще одна дверь, ё-моё. Да хватит, хватит. Да не, у меня 12. Сейчас 3 сюда и на потолок одной не хватит. Есть у кого-то еще заезжневка? Коля, давай, доставай. Заезжневка, пацаны, одна нужна. Прямо да одна. По дверям? Ты какая дверь? Ты видел там какая дверь железная? Вот, потолок надо бахать. Так, ну накидывай пока. Эти... Давай, давай, давай. Что ты кнопка творишь? Сработала, извиняюсь. А не, у меня нет. Давай, еще одно, пацаны. Родите. Я отдал. Давай. Есть, а есть потолок? В центр накинь. Нет у меня зеленой патрики. Давайте патроны добьем. Нет, здесь есть зеленые патрики, добивайте. Вот сюда вот. Вот сюда, вот сюда. Вот где стоит сизофан. Блядь, или спалку мне сделайте, я принесу еще. Бля, легче было выбить за 4 бабок. А че вы меня брали, алло? Я не трогаю, Сюся там. Воровал тебя. Обворовал тебя. Угу. Патрики ты скинь. Патрики. Патрики. Шмонатрики. Если патроны отдать. О. Ахинея какая-то. На шкаф сейчас накину, иди. Печки. Блядь, печки я забыл. Да не, не страшно. Не, не достал. Так, не лутай, шкаф. Стой, не лутай, Коля. Толян, не лутай. Вещи. 200 скрап. Ну, нормально. Вы как правда. Я дерево возьму на шкаф. О, слышь. Печь. Вот это печка, чека печь. Ну, это окоп. Это окоп. О, порох. О, уголь. Нормально. Серк, чекай сколько. Вообще купить. Уголь. Все забирайте. Ревик, вот трубы. А дайте, кстати, я все соберу, я сейчас поставлю порох на крафт, а потом, соответственно, этот. Еще бобовочки по пути где-нибудь вот скрафтим. Здесь, здесь начальный верстак. Ящики вот, чекайте, да. Еще МВК. Поставьте шкаф свой. Уже все, готов. Отлично.